Мой отель, там парк, там бассейн, дальше море. Сейчас прогуляемся в сторону города, посмотрим, что интересненького у нас тут. Мне еще на этой флешке на 20 минут хватает, почти на полчаса прогулки. Тик-тик-тик-тик-тик, посмотрим. Давайте чуть на паузу поставлю, дальше посмотрим потом. Недалеко какие-то торговые ряды есть сразу. Сейчас пройдемся, посмотрим. Так как мне выглядит это все днем. Тут вот у меня должен был здесь комната быть. Я отказался, на втором этаже взял. Можно было с улицы отдельно заходить. Так вот, пальмочки у нас тут и все поливаются. Это вот вчера я вечером снимал, мы вот здесь вот концерт был. А это сегодня днем уже. Ветерок сегодня поднялся. Поливает ли здесь у нас? Пойдем прогуляем. Самолет полетел. Чтобы не видать. Пойдем прогуляемся по городу. Так, господа просили показать море. Вот специально поднялся тут на третий этаж. Место, что-то такое, типа, как терраса, что ли, огромная, шикарная. Тут кафешка, но она почему-то сейчас не работает, получается. Вот. Если так посмотреть, вот вчера концерт был вон там, вот сцена. Вон где зеленый чувачок идет, поливает слейки, который вот там примерно на втором этаже моя комната. Вот. Здесь так можно посидеть, тут тоже сцены выступают. Так вот весь отель выглядит. Шикарно. Самолет. Там горы. Очень большие. Прям, я не знаю, если их вот так вот увеличить. Там прям гигантская пустыня, горы, везде все. Я, наверное, вот туда, как раз в ту сторону на экскурсию поеду послезавтра. Завтра я только ночью вернусь с Каира. Получается, сегодня выезжаю в 22. Вот. Вот отель Лида, который я тоже рассматривал. Я в него сначала хотел, потом решил в этот. Вот два отеля, они рядом прям, грубо говоря, горой. И получается, здесь вот, вот оно, наш побережье, залив. Тихая бухта, гавань. Получается, если смотреть относительно так, то море, оно вон там, он тоже там все горы, получается, вон там у моря, тоже вот там горы, аэропорт в той стороне, я вот где-то вот на той мечети где-то там приземлился, и вот так вот, вот так вот, вот так вот, получается, так вот объехал через те горы, был в том районе, потом меня сюда завезли. Вот дорога, я куда хожу, по магазинам, тут вот. Еще в старый город хочу съездить, но это потом, получается. Здесь получается вот два бассейна, один под огревом, детский маленький, и потом большой бассейн. И вот так вот море у меня получается, шикарное. Сейчас испытаем масочку, пойдем. Заодно чехол, который меня Евгений тоже за бешеные бабки уговорил купить. Получается, вот мой отель. Я на втором этаже, но можно сверху спускаться. Хотя мне неудобно, я на втором, потому что а сверху только третий этаж уже начинается. Я через улицу, через низ прохожу, там через дорогу. Тут машин почти нету. Три бассейна, вот я прошел. Детский, один подогреваемый, один там водолазы ныряют в бассейне.
тут бар, а тут у нас зона отдыха моря. Вот так вот тут красота. Песочек, все дела. Яхточки. Пойдем прогуляемся дальше. Что у нас есть еще интересное по набрегу? Зверек какой-то в норку спрятался. Вон, рыбки маленькие плавают, а вон рыба меч плавала вдалеке, они ее гоняют. Она сантиметров, наверное, 30, блин. Опа. Такой понтон, гуляешь здесь по нему, тебя мотает немножко. Вот она, сейчас я ее увеличу, попробую, вон она возле камушка плавает. Вон еще какая красивая рыбка плывет, смотрите. Ой, спряталась. Вон они гоняют. Блин, волны не видно сейчас. Перед тем, как искупаться, попробуем два вида сока. И тут вон акроэробикой занимаются ребята. Ну, я пока купаться не пойду, мне тут через 20 минут человека встретить надо. Отметиться, что я проехал. И потом пойдем тестировать подводный мир. We'll be right back.
Так, ну что, мы потихоньку собрались, пора уезжать. Что-то неделька пролетела, последний день вообще незаметно. До этого все шикарно было, отдохнул, впечатление моря, все как и планировал. Я на море-то больше не планировал появиться, чем попутешествовать. Вот, еще номер. Тут мокрые полотенца оставил, тут у меня душ был. Картина все, такая ванночка узенькая, электрощиток, сейф, тут полотенце, которое не стал забирать, так как у меня сумка полная, сюда еще что-нибудь сейчас конфеты каких-нибудь возьму, если будет, все получается так вот, тумбочка, кондер. Работает вовсю. ТВ ни разу не включал. Телефончик. Чайничек. Все как положено. Жалко клубнику оставлять. Целая пачка. Наелся. Ну, некоторые зеленые попадаются. А так, за 4 дня они поспели, считай. Очень вкусно. Каменный стол. И вот так вот у меня отель выглядит красиво. Все. Потихонечку выходит. Когда еще поснимаемся на живом фоне. Шик. Ладно, все, пойдем собираться. Мини-бар я тоже опустошил. Тут у меня девушка оставила. Я сюда убрал. Решил я прогуляться в ресторанчик. Вот вчера мы ночью туда ходили. Сегодня решил днем пройтись. Такие статуэточки. Там верблюдик. Тут вот такой. Они подсвечиваются снизу красиво так все. Орел. Здесь красивая такая фигня. Сам отель такой шикарненький. Там джип такой крутой стоит. Вот, пойдем прогуляемся, посмотрим, что к чему. Для начала. Помнить бы, откуда я шел. Для попадания в этот ресторан. Вот поворот этот или следующий, по-моему, следующий. Вот, а так вообще шикарненький днем. Так вот. Там такие вон здания красивые. Есть так вот. Здесь под Тиньков такие типа остановки делали. Но ими никто не пользуется, как объяснили. Привыкли все на дорогу. Выходят просто и тормозят машину. Видите, статуи всякие. Дома в основном вот такие вот, ну, грубо скажем, убогие. Здесь в основном. Если и хорошие дома строятся, то за счет только туризма. А других средств здесь нету. Все, у вас закончили? Да, у нас закончили. Суть игры, чей шар попадет ближе вон к тому черному шарику. А что? Подожди. Проехал просто в ворота и все, а что? Подожди. А что? Главное не убей.